ходят. Причем и неплохих приняли. Арбалет с друидом. Неприятно. Да, найдем. Неприятно. Настолько не жмутся, что даже моб не убивает. Я стримы включал. Бока, я правильно тебя понял? Ты говоришь, даже если в тебя сайлент скинули, твоя ешка будет работать? Верно. Причем и над чужого тоже. Я хуевую еду забыл, блядь, в палатке. На модный придется. Я 7-1. Взял одну. Чтобы не сильно обидно. Уравняй шанс. Кстати, еда хорошая все-таки, сино плюс, она же не режется. Ага. Я, конечно, не как кетки 7-2, 7-3, у меня несколько денег. 7-1 уж. А там 5 на 5 зовут нас. Не, мы 2, мы 2 на 2 чисто. Крабим. А видно сегодня будет? Обещал, у нас типа ждут на эту тренировку, хуй знает. 9:45. Вот я говорю, в 9:45 вообще. А, блядь, моба, не. Надо явиться типа в ТС, там тролливали. Я мне ТС буду устанавливать, мне швинда подало. Надо поставить ТС. Проспятого-то нам похуй, кого главный шпарильниц был. Ну и вы искал. Ходить бы перед этим хоть кремчик, что ли, я не знаю. Ну смотри, во сколько он припрется. Двое. Из ларца, блядь, арчи опять. Иду съел, на. Ты же самый, что ли? Не, вряд ли. Все не те же самые. Так же это, парень. Бля, пинг 300, Семен, отойди, малюха. Окей. Бля, 350, ёбану. Нет, там вообще 4-1 бомжи с посохом серый, блядь. Жалко эту еду тратить. Он с мистиком? Не это, не расслабляйся. А, там и Аркан? Коса душ. Нет, коса душ и под ветерок, короче, будут кидать. Да. Это партия для блока Firewall стоит. Угу. Блять. Тебе хуй, главное, живи. Тут выебываться не надо уже. Сейчас двумя дедета. Я чувак, видишь, как? Отчаянно дерется. Бери серу тогда. О, нихуя они тут наубивали еще людей, походу. У меня фаер, кстати, 400. Если чё. Вон, 8-1. Так они чё, одеты, что ли, были? Не, они кого-то убили. Или... Ну, короче, не банковались, может, хуй знает. Нахуй, 4, ни в 1 не буду. Вот так. Вот так в банк, нахуй. Слушай, а по идее вишмот, который падает это с блэк-маркета или нет? Да типа. Ох, 5-2. То есть он, шмот, который ты лупаешь, он такой сказать, он на весь скрафченный? Ну, по идее, да. Не, не скрафченный. По идее, должен быть так. Ну, он не крафченный, он система, но по факту это все вещи поставляют на черный рынок, это крафтер. Они поставляют, блядь, это выпадает. Ну, короче, так, блядь, я двинулся. Семён, а что, там люди есть? А, я отошел. Не подходи обратно, сейчас я уже буду ебашить.
О, давай. Я пока еще на КД, смотри аккуратно. У меня тут что? Нет. Давай арбалета. Ой, этого кого там. Ну и похуй кого-нибудь. Потому что того можно было. Без разницы. Да это ну как. Они стараются. Да, стараются. Ну надо же тренинг. Блять, ну вот это точно забей. Волки матерые. О, у меня лицелом 7, кстати. Слушай, дай-ка я пойду на палатку. Я арт 7 утонул, я не знаю, стоит он, нет, но так-то это ремесло все равно. Что-то 5 тысяч 10 будет стоить. Бля, появилось, слышь, тут хуи подъехали. Возвращайся. Пиздец, нарисовали сразу. Ебать, мы вот там фул 7-8 когти, блять. Не стали драться, нет? Не, он катается, у него там 7 эфир, 7 пуржа там. И вот, вот второй подъехал. Но уже попроще. Думаешь, они вместе? Хуй его знает. Ну забирает. Чё он? Заходи. Ты горишь. Не, не стой, они слезли уже, слезли, да. Давай, раз, два, три. Не, слезли. Ну если у нее убег, как бы, блядь, заебемся. Давай еще раз, раз, два, три. Пусть поближе подойдет. В конце, заебись. В конце от меня. Ну, блядь, бегай, нет. Там, суч, там поле. Он уже плащ проебал в никуда. Бежит, не охуевай, да, давай. Ты, блядь, я ж тебе холика тащил. Ну, блядь. Прям на тебя. Ну, ладно, в следующий раз играть. Ладно, пошли на портал. А, портал пизда, да, наверное, или нет? Еще? Все уже. Да, не, еще не все, мне кажется. Ну, пошли. Бля, в Open World хоть этот бери. Не, все, нет. Пидорасы. Спринт, что ли, брать, реально? Погодь, ладно, не берут, так потому что не убежит. Скажешь, как проказа будет. Так, меня спорожили сейчас. Есть ботинки? Ну, да, ботинки есть, да, сейчас. Вот есть проказ, давай. Нажимай. Давай, пошли. Ну, добей, 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 добей. Нахуй. Я лутаю сразу, там все осталось. Лутай его, он 150 тысяч за него дали, конечно. Ну этот, блядь, убит. Погоняй, погоняй его, я на лошади подъеду. Ну да, попробуй. Что-то изи как-то, я думал. Думал посерьезнее, ребята. О, он клинка прожал. Слышь, он... Бей, бей, главное. Ёб твою мать. Блядь, я бью. А ингуль, понял? В клирике тебя? Да-да-да, и садишься на лошадь, имба. Не знал. Всё. Подожди, а это он сделал, чтоб его мог ударил, он под клирика? Ну, походу. Не, ударил я его, он нажал клирика, я дал пичку, у него включилось. Я не знал, что он... Да, и он потом спокойно сел на маунт, и все, нихуя себе. Фишаня тебе привет передает, знаешь, ты кого? Я вообще не знаю, блядь, как так-то... Чё, говоришь? Фишаня тебе привет передает. Тоже привет. Я хуёво запоминаю вообще, не... Чё, надо будет поделить эти цвета. Я... Так, ну, чё, взял за... Чё там, 7-1? Не, ну 7-0, но ну, я тебе вот феробу 7 могу отдать. Может. Ну, всё, старайся, как потом заберу. Давай, я за рунки апну с тобой. Потом. Проебём где-то.
Ну здесь портал долго будет респаться, слышишь? Ждать здесь? Хуй знает. Ну там крыс полно, здесь просто палатка, я не знаю, реально бегать в пазл. Да, да. У меня просто еда, сука, 7-1 жадная. Ну у меня тоже вот это модное. Я не понял тоже, что они так склеились. За проказ, считай. Херцы. Как так вышло, расскажи. Холик Ешку нажал, а я его фером сбил уже под самым финишем. Вот под самый финиш фера он решил, думал, что все, нажимает Ешку. Я как раз в этот момент еще докатываю. А, ну тогда может все сходится. Потому что... Не, он сдох, потому что... Раз я... долго, там долго достаточно, ты его контролил. Вообще без хила был. У меня уже куха откадешилась сама. И хила так и не было еще, а КД там 4,5 секунды. То есть в пир пул зашел вообще, вот самого пяток до конца. Вот походу поэтому они и сдохли. Ну вкусненький, вкусненький. Ну-ка дай посмотрю на тебя, что там купил. 202 тысячи с него, да. А, восьмые когти. Я и говорю. Седьмая. А. Так они, ну, одеты-то были нормально. Ну, так и хилер 7-1, нет. Плащики 5-1, блядь. Приятные ребят, такие вы почти. Так, я на маунта сяду, мне надо отойти, прям буквально. Ну, давай чуть тогда реально отойдем. Не, ну я, в смысле, я вижу монитор, если что, прыгну, я успею, если собью. Ну, ставил. Повернуться на реванш хоть. Такие не возвращаются. А вот эта седьмая, ты ее не забанковал еще, она не... Или да, забанковали, да, собственно? Она не круче, чем эта? Да я ее хочу апнуть до 7-1 хотя бы. Да, 7-0 не подозревай. 7-1 сделаю, и тогда будет круче, то есть. А есть смысл одевать артефакт 7-1? Сколько можно сделать? Какая цель, если мы не жмемся? Мы жмемся только из челики там, ну не знаю, но вот эти уже прям были на грани. Не, ну это если были 8-1, еще можно было. У меня нету прожим, я уже не нашу. Не, ну я-то нажмусь, у меня-то всегда есть запасная. Вдруг там джекпотные придут. Надо взять там. Сундук забыл открыть. Какие-то рыцарские шмотки там падать должны. Ковер упал. С эмблемой гильдии. В дом прикольный. Да, ковер выкинул. Кстати, надо было награду приоткрыть. Есть что-то. Так, я не знаю, эти книжки каплю, можно тратить их.
сумкой модной еще пришел, я смотрю. Ох, ёпти, один сумочек, реально. Бывает, забыл. Бля, челики заходят. Сейчас? Угу. Поехали. Не, ну здесь, по идее, появиться должно, нет? Думаю, сделать. Не знаю, ну раз заходит, значит, не появился. Вот тут 6 треволок стоит, надо серп прихватить. Боже. Хотя я не могу их помкасить. Что делать? Ну я поехали кататься. Вещи, да не надо забирать. Так, покатаемся пока, вернемся потом. На болбчик ганкера бы не попасть. Ага. Вон они сверху проехали. Домой. На место можно выбрать. Не, ну челики, конечно, купили хавчик. Но хотелось бы еще подраться. Бля, там друид, сука, с просто тапками неприятными. Но зато его подпирять уже не хуёво. Не вижу варволи и ботинки наши драться начали. Да мы-то фростапок-то не особо боимся, ты чё? Думаешь, мы не мелики? Не, ну все равно они так бегу, когда там что-нибудь посферяет под арбас. Это мне похуй, если арбалет дал прокат. Не, лучше, блин. Просто они с этими тапками на скайте могут, другие тапки. По мне так тоже просто блинк или гигант поинтереснее и сферовый какой-нибудь.
челики тоже сейчас ждут, сейчас посмотрим. По идее, теперь, ну, блядь, у нас его не должен пойти. Куда ты слез-то? Залезь обратно! Понятно, наверх пошли, и все, не трать раз. Мы с этими встретились. Они сейчас на верхнего босса на Н-ку пойдут. Друид и арбалет. У него на дымак, по-моему, арбалета свежки, который хорош. Этот плащ. Они сейчас его убьют, значит, где-то примерно не уже. А тут я никого не вижу. Да? Не видишь никого? Да. Бля, вообще у них там же портал, и на нем все у них появился. Сука, охота была с ними попиздиться. Вон они снизу, это другие. И когти ебаные, и лук. А кто еще? Лучник. На тебя все играют. Хорош. Белушников. Здравствуйте. До свидания. А, вот так вот. Там нет. Ой, их убил кто-то, одного. Курза и Холик. Не знаю, не увидел. А, Курзай Холик. Ты смотришь, что же? Ну, сейчас включил. Да, да. Арбалеты, блин, Курзай Холик, да. Со взрывом они, Курзай Холик. И с салом выходит. Мерзко. Надо просто клинс взять и все. Так, я пойду в спину, у меня плащик седьмой просто.
он встал у хила, прикинь. Надо его просто ебать с хила, короче. Ага. А у этого культиста козы. И Марко. Ебать просто хила. У него, во-первых, мана сядет. Да, неторопливый портал какой-то.
Блять, что за хуйня? Хуй знает. Ой, не нашел. Ну, у них тоже портала нет. Арбалет, там, короче, арбалет в гиганте с культистом, другая пачка. Точно? Да, похуй. Культисти с салом, походу, и в гиганте. С бутылкой на жизнь, то есть они через 2 ДД скрыт играют. Любых, любых метров не даст. Это пуш, это не сало, это пуш. Пуш, культисти с ешкой лютой, там прокас пипец. Надо будет проживать, и он спужит пирогу там или что. У меня столько своего, что заебешься, пурожься. Меня, как он... Тебя, да?
Спасибо, давай. Поехали. У меня и да хуй такая обычная. Симагин. Да опять на меди где-то они уже. Надо в другую сторону ходить начать. Хотя мне так нравится, что мы занимаем мид, в принципе. Да. Черные перчатки с фиром, ядом, гигантом и... И арбаль ваншот. Твой любимый. Который долгий? Да. По-моему, это такое ощущение, что это вообще те же челики. А какой у него робо? Ну, да. Поэтому в этот раз я пробую начать с этого. С ножей, короче. Чтоб хоть от него там, не знаю, шпон от тебя отъебался. Не, ну я первый проказ факт не успею, скорее всего, сбить. Только если в упор подойти к нему. Нет, наоборот, лучше нахуй с его выпадать. Да? Ну. Он промахнулся. Давай! Сбил. Блядь. Ну ладно, нормально. Выжил, все нормально. У меня сейчас, по идее, птички успокоят. Как я, блядь, чё, не избивает пером, что ли? Я чё, понять не могу, блядь. Бред какой-то. Я прям в него в пером пошёл. Я, видишь, ножи быстро успокоились, стало полегче. Ну, в разы, блядь. Успокоились, умерли. О, 7-1 саркофаг. Не стоит, наверное, вообще ничего. Thank you.
Сейчас ты не тестил, сколько он тебе сунул? Я не смотрел, но у меня отнялось 3 куба 100%. Нормально. Не, ну ты видел, они сейчас... Ну там у них все... Все пошло через жопу, когда нож на самом деле промазал ножик. Ага. И в принципе он уже там стоял с одним кубом. И не очень хотел идти вперед. Я вот единственное не понял, у меня эфир кончился или что? Я прям наступил на него, блядь, сфер. Хз. Ну, портала нету, чуваков тоже. Я вот и думаю, успею я покурить или нет. Успею все-таки. Бля, мне подписано, надо отойти. Если чё, крикни, может успею пройти. Ну окей.
Долго. А Марс. Ну, челик тоже нет. Они везде было сломали. Что, челиков появилась, птичка? Пойдем посмотрим, что. Стой, реально ломает. Фигешки. Стоит. Там опасный портал. Сейчас. Да, до пятой лошади я могу купить. Да, да. Не быстрее. Поехал по банскому пути.
Кружочек, ну. Да нет, какие-то тут бомжи бегают, что это хается, да? Лесоруб. Опять холика скоро своего этого же встретил. Печально, Ильич. Сейчас он взорвется. Пизда ему. Прям друида выиграл на пол. Пацаны, ничего жесткое, видишь? Стакан какой-то даунский и арбаль в коже, лол. Я стакана пойду ебашить. Окей. На стакан пассивку можно перекидывать, ну смотри. Ты уже начал, что ли? По мне прокат. Да я вижу. Аккуратно. Эй. Пока не эфир только. Я не эфиряю, скажешь как я, вот ты можешь... Можешь сейчас уже. Ёбну. Не переобулся. Еще разочек, хорош. Все, я поменял на спин, сейчас ёбну. Не, ну хочешь арбалеты полутать, то хоть что-то было. Там... нечего.
Чё, сейчас наш починиться должен, по идее. Я кинул, убил, придумал, там что-то ищет. Мне интересно. Успеем? Или еще и спиздит? Чекнешь? Стоит. Печально. Это еще вообще пустой будет. Ну, может, зайду сейчас. Ну нет, это реально. Стой. Ну не пустой, просто, видать, не пусти. Молодец. Плачь. Никакого трэша.
Вот сюда, по-моему. Седьмой пэт. Хоть шляпа нападет. Бля, завис полностью, нахуй. Слышишь меня? Пиздец, нахуй. Надо что делать с этим железом, ебаным. Ебать его. Ганкует? За мной человек 7 нахуй, наверное, бежит. Ну давай клайму. Ебались, подожди, мне надо вернуться за едой, сейчас всегда кончится. Сука, не упала. Сейчас. У тебя есть еда? Да. Так а что там, тот же мусор или кто там вообще? Ну хуй знает, не помню. Может эти просто вышли. Кормящий. Блять, у меня есть один омлет остался. Последний еда, короче. У меня тоже. А чё с порталом реально напрягает уже? Долго, ну. Через раз будет что ли открываться теперь? По ходу дела. Типа это что, защита, чтобы в одном месте не заходили? Я не знаю. Прям сильно удобно, идите нахуй. Мне кажется, после локации много стало. А серверов столько же осталось. И пиздарики. Тупо рандом может, наверное, где-то респится, где-то нет. Спортал. А я, блин, в соседнюю чекаю, вот он тоже только что появился. Блять, просто если я на клинц возьму, когда кустут, надо будет успеть за два плаща убить. Ну, в смысле, за плащ. Иначе может печать. Мана кончится. Реально? Хз. Просто там и сало, и взрыв. Это пиздец. Опа, тут челик. Помощь. Вот
что с ними сделать? Типа, все-таки на ману взять или на клинс? Да, ману, ману. А? Ману, ману, мне кажется. Хотя, ну, а не если, знаю. А если... Ну, ешки клинзите аккуратно просто. У вас когда-то одинаковая там... блядь. Не, ну там шапка и это. Да. А, ну это да. Ну тогда и может и клинз, конечно. Вот. Ну шапки надо как-то переживать, я хз, мне кажется. Переживай. Ну можно и клинить. Ну, с маной попробовать. Короче, это вообще не буду лезть. С маной постабильнее, буду... да, надо там скорзоте надо всегда тупо в жопе стоять. Только если мы уж прямо их совсем развернули. Можешь там. Эль. Давай. Да, еда, у меня конь. Я вот я сожрал, да. А там, походу, такие челики. Косодуш, да, опять бомжи, но... Ты так подмол, что нужно? Косодуш и серая опять, это ебаная. А, то же сам. Странно. Оп, он своего хотел, ебаный. Добивай его, есть ли что-нибудь? Я его, прикинь. Да, сера не выживает никогда. О, бля, вот тут она. Остика взял. Вот. Вот, сбивает. Перепрыгивай через такую нюшку, ну. Yeah. Чтобы знать, были. Нихуя можно подъебаться. Реально не прыгает, кстати, имею в виду. Я в курсе. Теперь я в курсе. Пять книжек, бля. Нечестно. А у тебя сколько? Одна. Одна? Да, конечно. Ну, неинтересная делёжка, че? Ну... Кто тебе под... давал подписывать при... договор? Не спрашивали. Зале надо, блин, писал. Мне вот выпали тапки призрака. Шестые. Кусок. Они, по-моему, вообще ничего не стоят уже. 8 книжек просто, блядь, надо банкануть. Ну раз туда едешь, глянь в соседнюю локу, вдруг там никто не хочет ходить.
чувак не добежал. Ган. Вин. Глянь, глянь, НВ-шку не падает. Да. Нет. Нет, нет, стоит. Там, по-моему, челики. Да, да. Не заходим там. Пойду понюхаю. Они отагрили. Давай. Так, лук там непонятный стоит. И дроид. А, боевой вообще лук. Стой. А, все? Ну вот как-то сдохнул. Как говорится, я не хотел. Твой? На нахуй. Да, мой. Ой. Пошли наверх, может? Они не убили даже. Бля, ну и дубу кто-нибудь принес бы. Ну пошли наверх, реально. Да, и да, реально нету. А вот последнее дотикивает все, пиздец. Пофармить не успели, парни. Порожником сказал. Ну, друид там был не готов. Файту. По каловской схеме обстакл лук про себя забыл что-то. Я каловыч на себя. А, хотя хуй возьми. Не
Секундочку. Я возле сундука на минуту буквально отойду. Понятно. Опасно. Сейчас приятно там. Два плаща, 6-7-1 королевский. Да. Так вот. Еще можно. Хотя у тебя-то самое королевское что-то там. А, у меня. Я просто свое не смотрел. Она какова есть. Свое не интересует, она уже мое. Кал научил. Так вот сразу на лошадь. Ну а как? Все. Только война окончена. Что, скидываемся, иду, добегаем или что? Да надо бы добегать уж. Хочешь, возьмем, поехали в город сразу на всякий случай. Тут все равно за один раз херчу вывезешь, походу. Да. У меня-то еда, оказывается, тут есть, мол. У меня нет, забыл. Вроде все, пойдем туда вывезимся, ладно. Я, если честно, вообще хочу одну еду. И пойду, пойду на улицу потом, на часочек. Ага, окей. Можно и так. Непонятно только, где все копья вообще, вот что они реально такие плохие стали. Попытаться начали тебя отбивать. То, что ману шапку не пробить нихуя. Ну шапку реально они не тяжко не пробиваются. А в ману шапке сейчас все там бегают. Давай телепортируешься. Читак. Бля, и портал появился, сука. Бля, ну я фул. Я тоже. Я сейчас на остров кидану и готов.
Да я банки и хавчик оставил в твоей палатке. Тогда новый сейчас куплю. Чуть-чуть. Книжечки вообще. Двадцать три штучки. Come again. Don't be shy. Satisfied? Да я поехал пытаться найти что-нибудь, если что. Ну, ну, да, омлет, омлет. Уже все. Нет. Если не боишься, можешь на той гайке остаться, а вдруг опять да. Там заглючит что-нибудь. Вообще, конечно, шустро забирают. Вроде мы стоим, никто не подъезжает, только отъезжаем сразу. Да, 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 как ты скажешь, стоят. Здорово. Я кого тебе штуки, а? Я его. Здорово. Ну вот тогда надо Чукала вызывать. Ну да. Напишу ему тоже-то. Пускай это минут через... Сколько подтягивает? Чуть перекусить хочу. Давай одну еще закроем, может, и да, как раз. Давай еще вот хавку. Как у вас тут? Да нормально. Мы вчера в желтый побегали, но без Семена. Но ни разу не упали. Охуенно. А с кем?
Блять, читаю. Рему. Калбас. Блять, ну я еще не помню. Красные не ходили больше? Не, да какой без тебя идти в красный? Смотрите. А хуй там потренироваться? Страту, может, новую какую потестить? Да, да. Ну и самец, ёп. Чё я забыл? Самец-то и так будет, могу, конечно, тоже написать ему на всех случаях. Не, я говорю вчера с кем-то. Нихуя себе. Всех пиздили. Уезжал, было 13 миллионов, вернулся 23, ебать. Что, все продалось, что ли? Чуть-чуть продалось. Походу все, блядь, что можно было, блядь. Ну все, Кал пишет будет. Все, так что, значит, соберемся. Значит, соберемся, да, заебись. Я тоже. Так, а как мы будем скримить или что там, турнирить, если... Скрим. Скрим турнир. Ну, это ж типа в гильдии турнира, а у нас, блядь, из гильдии два человека. Да похуй, это же скрим. Ух, Семен, 8 человек. 9. Ну, 10, я бой. Но я, они в кайку провалились, аккуратно будет. Они зашли дальше к тебе. А у челиков тоже нет портала. У меня появился, кстати. О, еду к тебе. У них ещё. Это, блядь, узнать тогда будет, что еще там вообще по эквипу. Бля, вообще какой-то хуй на коте меня тут стережет. Их там много, если там хуй на коте. Да, вон их дохуя тут из инвизов повылезали, блядь. Ты уйдешь? Буду надеяться. Да, уйду. Я бегу к тебе. Гонят, нет? Ну так, подгоняют что-то. Сейчас спасти будет портал. А вот еще один тут меня между нами с тобой. А вот, начали ебашить. Слезай. Слез. Откат. Сейчас меня собьют. Откат. Добивай. Ёбаный в рот. Поживешь? Нет. Этих я выгнал пока. Осталось немного, осталось немного. Бля, мне медведь еще. Ой-ой-ой, блядь. Не могу выйти с пар... Да ну нахуй, завис. Завис, блядь, прикинь. Добивай его на. Давай это. Бледёныш, ёбаный. Слышишь меня? Да слышь, слышу, я в ахуе просто был. Я завис на секунду нахуй просто. Прикинь в этой толпе зависать. Садись нахуй, ёб твою мать. Бля, их много. Ну пизда тебе, блядь. Пиздец. От этого уже не сдефиси. У
Гайку пытаюсь ебаться и фас, конечно. Да нет, это без шансов. Бля, я еще я поддался, еб. Да нахуй ты-то, что смысл тут из... Тут зло, блядь! Разозлили бомжей каких-то. Пиздец, так нахуй толпу пиздим, конечно. Ну это пиздец, я гель очень хороший отдал. Понятное дело. Чё, нахуй в тильт тогда? Пиздец, блядь. Вот хуесос ебаный. Сколько тебя пиздило там по помощникам? Глянь, не впадло. 12. Помощники 12? Да, да. Значит, что 13 добивал еще, значит. О, блядь. Там бревна, хуём. 289 тысяч за меня дали. Охуеть. Ну так что, расход тогда или что? Почему не могу одеться? Ну обидная хуйня. Ну обидная, конечно. Я такие ублюдки. Причем сколько они сначала восьмером, блядь, или сколько их было первым? Потом, блядь, еще 13 вызвали. Причем там восьмых там не полные же бомжи были, видел? Ну 6-1 он с бревном, блядь, 4-2. Ну танк восьмой прибежал с камланой. Ну нормально, ну. Мыши ебаные, конечно. Слышишь, чё, Семён? Вот что мы базарили за куртку, которая восстанавливает КДшки, у неё ещё есть приятная херня, 30% скорости атаки ещё. Во время этой хуйни, да? Да, да. Блять, просто все идет к тому, что мне придется бегать с ебаной кухой, блять, на стрельбу просто такими раскладами. Попробовать-то можно, тем более на скримах. Надо узнать, просто сейчас какой IP, если там бомжатурик. Может они в 6-1 хотят. Просто ради них покупать сайт, 8-й впадло, если честно. Можем там 6-1 энергию вжать. Ну, блядь, там на каждую команду вжимать тоже заебешься. Да можем без прожимки пойти в 6. Нет, сейчас посмотрим. Сейчас что ответит. Шакси бабки, конечно, есть вроде. Шмотки сейчас 8 не так дорого стоят, но... Ради одного обоссанного скрима. Еще я думаю, надо как-то иметь в виду колпак культиста, возможно, куда-то всунуть. В хила отдавать. Не знаю, вот сейчас вижу там челики, вот самые мне больше всех нравится, вот Рупак один топовый реально стал. Они вообще на каждой рендже по бурже держат и не парятся. Под прокасты дают просто и все. Люди разлетаются, ну, нахуй просто. Рендж пак делают, правильно? Ну естественно. Они же в рендж паке дерутся. Ну естественно. Можно, я не знаю, что можно. Сесть на РНЖ, блять, и делать так же. Не, вообще можно вот реально, чтобы у нас пятый вот раньше, я не знаю, либо клинсил кэш-хиллеров, либо реально с пружом бегал.
еду? А, все. Да, я не могу выехать. А еще думаю, Лёбу качнуть. О, сука, не могу ехать. А. Там хуй вот тучу народу стоит. Блядь, все тут еще походу до меня доебаться решили. Сны там толпа, пиздец, я не могу выйти. Connected. Channel switched. Здорово. Слушай, ты можешь мне, пожалуйста, помочь? Проехать? Ну да, и еще кое-что взять. Я тебе заплачу. Это не надо платить, мне просто я тебе могу сказать, что там сейчас на гайке стоит рл 20. Да нормально, мы проедем. Ну давай. Надеюсь, поместится, должно вроде. Не, не поместится. У тебя сумки нету? Не, сумка еще глянула. Тут нет. Я а есть ли на гайке, нет? Сколько? 95% у меня вообще есть. Ну, давай мне половину, что ли. Бери. Вот так, 98. Скинут, конечно, будет душно. О, нормально, у меня ровно сутки. Че, блок, они на гайке прям стоят или где они? Только что даггеры стакались. Я приезжал, небо, не видел никого. Я же только что приехал. Не, ну вот, нас только что здесь ёбнули. Мы восьмерых прогнали, прибежала пятнашка. А, ну я-то видел пятнашку, они приезжали. Они приезжали. Сейчас блок поможем тут одному. Давай. А ты вниз поехал, что ли? Ну, вниз, да. А вниз, ну окей. Что, дайте советы по ХГшкам. На хиле, причём лучше ходить. 6-1 чё, и... где лишь? И оружие. А чё вы в ТТС не сидите? Да мы в Дискорде все привыкли просто. Ща, ёлка, погодь, довезу и подскажу. Это же красиво, некрасиво. Знаешь, все стоитки, а вы так отделяетесь. Да-да. Ты в английской похуярил. Почему от коллектива отделяетесь, парни? Ну вот сегодня, если на скрим этом турике что не сможем, то все зайдем. То есть, если выиграете, то зайдете, если нет, то дальше тренироваться. Ну конечно, подходит. Классика. Что в подвал пойдете. Ну естественно. Это я понимаю, Стима. А чем сейчас занимался вообще? ХГшки бегали, что ли, два на два? Ну да. Успешно? Ну не, мы дня за 4, по-моему, разок, может, слили. Не, ну это не очень успешно. Хотя неплохо. Блин, ты в таком шмоте ходишь, бегаешь в ХГшки? Ну. Смерть, о, я бы тебя подлутал, знаешь? Ну заходи, подлутаешь. Да нет, пачки, нету сейчас друга моего. А с кем попал, идти не хочется. Не, ну мы куда едем? А стой там, да, нет, ты-то блок, стой там, это я просто тут бэкап-то довожу с гильды. Далеко? О, так вы же стример, нет? А кто-то из вас стримит? Ну я стримлю, да. Ты сейчас стримишь? Ну, поэтому стрёмно, конечно, тебя вести. Давай отключу пока. Да не стрёмно, не стрёмно. Окей. Я просто, знаешь, не публичная личность. Ну так я тоже, так, для своих стримчики. Пока челики на работе, чтобы хоть с
смотрели, как бабки зарабатываются. То есть бабки зарабатываются, на работе, да? Посмотрел, как вы бегаете. Вот так вот бабки зарабатываются, на всем быке вывозится дерево. Ну я один поход смотрел. Один раз показывал. Куда тебе надо ехать-то вообще? Форд. Давай я, может, реально стрим отрублю. Да забей, вот тут одного волка осталось. Кому мы нужны, друг? Кому? Там что, много тебя людей смотрят? Не, вообще пару коллег. Ну вот, ну, кошечек. А вот тигры, давай-ка, короче, наверх поедем. Да. Наверх. То можно, знаешь, ошибиться так случайно. Критическая ошибочка. Пойдем, что, в белую? Ты пойдешь на эти скримы вечером, нет? Да. Просто что-то Лёк молчит там. Какой вообще IP-то вы собираетесь? 1300. Просто все вот смогут 6, одеться-то 2, так? Короче... Нет, это понятно, я просто имею в виду, все смогут одеться реально в 1300. А что-то это невозможно, что-то? Ну, помню, в прошлый раз там половина там не вкачана, еще что-то там начались. Ну, значит, не все смогут одеться, Волк. Окей. Ну, типа, это уже проблема других людей, которые не могут одеться, согласен? Не, мне все равно, мне просто ради одного скрима в падлу сет покупать было, ну... Ну, там не один скрим, там, судя по всему, будет много пачек. В прошлый раз было 4, в этот раз, я думаю, будет пачек 7-8. Если не больше. Ну, нормально, да. Вот я знаю за 6 пачек, включаю ваш. Блин, а чем мы опять ошибочно едем? А что, тебе в этот портал надо или нет? Да, да, в этот, такой вниз. Тут просто гангеры постоянно на дороге. Я обычно через озеро, либо через вниз. Ну, да. Тут либо на дороге, либо на гайке там. Так я могу первый просто поехать, я не знаю. Стоят. Да они там серьезно, наши гангеры, такие ребятки интересные. 4-0 сеток, 20 человек бегают. Это классик. Классик. Ууу, дракон болотный, тварь. Вообще никого. Ну да, сегодня чуть спокойно, а так, знаешь, обычно уходишь, и обратно заходишь, на полчаса ждешь, когда кто-нибудь идет. Погнали тогда к этому. Давайте сразу скину, ты так не так доберешься. Все, ладно, давай, давай, без педом доеду. Не могу что-то. Тихонечко сидите. О. Спасибо большое. Все, да, давай, давай, счастливо. До вечера. На скримах. Встретимся, встретимся. Давай, что давай. Я жалеть тебя не стану. Окей, окей. Пощады не будет. Я надеюсь. Ну что ты, дождёшься мне, дайте мне советы. Disconnected. Чё там еще? Теперь я всё довёз. Мне надо совет. Какой оптимальный посох, короче, на... Вот я говорю, я вот тестил почти все посохи, но... По-моему, вот этот как у блока, вот этот одноручный посох, ну... Короче, как он называется? Посох жизни ебаный. Вот он реально им очень имбовый просто. Он артефактный, да? Ну, три посоха вообще. Вот стакан заебись, реально неплохо. Но это если ты прям в каком-нибудь говне собираешься бегать в бомжатском. Там в 4-1 какого-нибудь. Дивайн. Я вот раньше бегал дивайн, но типа через дамаг. Хуйня полная, если честно. А этот, ну дивайн это божественный, да? Который ну да. Ну вот он реально какой-то убогий. Я вот сколько я с ним не пытался, что-то не очень. Ну, по сравнению просто с посохом жизни вообще ни о чем. Тем более там сейчас поружей, блядь, у всех есть. Ну и какой, и вот этот волейбол ебаный, я не знаю, как он там, искупление называется, тоже вроде неплохой, но хуй его знает.
Я наоборот ставку делал на божественную, ну этот с щитом, который... Бля, я вот сам, вот у меня он больше всех был вкачан, но я вот вчера по приколу кинул 50 мастерок в артефактность, потестил просто имба. В сравнении с божественным просто день и ночь. А это... Я бегаю как в PvP с этим, ну то есть ботинки убийцы, потом это курт, ну как бы... Мантия от этого. Ну убийца заебись, сейчас раваляччиков дохуя, если ты будешь его эдить. Этот взрыв ебаный, то нормально. Шапка на клинцу как бы вообще маскает, мне кажется. Ну, хуй знает. Мана шапка просто слишком топовая. Сейчас магов мало, сейчас все на физическом дамаге в основном. Поэтому эта мана шапка, считай, как бессмертие, блядь. Мана шапка, она что, нормально что ли дает? Да, да, конечно. Она именно от физики, от магии вообще ни о чем, а от физики-то она пиздец. Почти бессмертная, блядь. Так его всякие арбалеты, луки, копья просто не дамажат, пока она висит. Там ножи ебаные. А их сейчас много. А друлик играет там нормально? Я просто... Ну нормально, да. Не, друлик тоже заебись. Холик, мне кажется, получше. Вот реально просто слишком топовая палка, потому что она... Ну диспелит это, то что на ешку снимает все эффекты ебаные. Это реально круто. А когти играют там? Поп тоже, да нет, ну играют, конечно, тоже. Да сейчас вообще сейчас, на самом деле, такой пиздатый патч в какой-то веке, что сейчас, в принципе, играет все. А, ну то есть. Единственное, вот раньше копий было до хера, сейчас их вообще нет, а так. Че угодно можно встретить и на самом деле опиздюриться и от любого. Ну когти. Хуй знает. Просто рейнджи как-то слишком. Нам... Я вот сам когтями побегал, что-то на рейнджом реально легче. Просто когтями ты обычно сидишь, одного все задрачиваешь, а рейнджой ты можешь там таргеты менять и время не терять на это. Это, конечно, круто. Понятно. Поэтому хз. Слышь, Семен, у нас пятый кто будет на скимах? Похуй кто, ну ля... самец, скорее всего, если пойдет. Если на кристалке вонючий нас не поменяет. Это очень хуёво, если он пойдет. У нас нет никого, на кого мы можем шапку полезную одеть. А, полезную? Ну, блядь, бас, ну у него там... В любой момент может ЗОЗ какой-нибудь ёбаный. А, боль... а все остальные-то кто у нас? А, графит. Да, блядь, графит хуй знает. Я, конечно, его потихонечку подтрениваю, но пока что... 5 на 5 с ним не надо еще пока бегать в нормальные места. Может, наоборот, чтобы он быстрее учился, надо его туда таскать. Хуй знает, но можно. Да не, ну мне кажется, лучше проверенного взять, чтобы не совсем уж в говно не окунуться. Ну а короче, тогда я... В идеале самца просто. Было, да? Да нахуй нам это... Ну, а, леп... ты, ну, а я с рыцаркой, типа, ну давай так, пух. Без... А ты берешь две шапки, ты берешь и рыцарку, и лазучка, и эти файлы не выставляют, давай, и экватор нас не задалбывает, тогда можно лазучка одеть. Можно, согласен. Блять, самая хуйня, что если я сейчас сдохну, у меня белая привязка. А 5 на 5 тоже обнаружено, что ли? Ну, да, мне да. Надо доехать, пошли, может. Поменяем. Нет. Давай тогда хуйню заберем всякую. Ну. Ты как, что за одноручный хил? Ну, артефактный, да, артефакт одноручный хил. Андроид играет иногда. Семечко-то ебашит, конечно, и в 2 на 2, и в 5 на 5 везде ебашило. Как ебашило, так и ебашит. Не, ну семечка, конечно, имбовая, но ее диспелят же вроде, да? Не? Нет, она вообще ничего не снимает. Просто все остальное диспелят, поэтому хуй знает, друид сомнительный. Сейчас тем более мейсов дохуя еще стало. Курзей, курзов этих, как их там, курс, блять, стафов этих тоже немало. Надо забирать-то. А всю эту хуйню дроид не очень любит. Да вообще из-за того, что арты, мне кажется, подешевели. Я бы еще сюда на палатку заехал. Я тоже. Блять, честно, я столько с ним бегал, что, блять, уже... Я уже думаю, и съебаться уже, хотя или одну хавку пробежать.
Смотри, можно и все. Пидоры, блять, а я вот так горчили. Некрасивые люди. 13. Восьмером пизди получили, решили тринашка вернуться, блядь, тусы. Я смотрю, ты аж палочку попроще взял. Вообще сетик попроще. Не, 5-2. Ну если 5-2, это то же самое. Ну, тогда у тебя было что-то на сотку хп больше, чем у меня, сейчас вообще меньше. Да? Странно. О, один, значит. Да не, забей. Забей. Хули с этим сетом делать все равно. Я не со зла, в смысле, так делать. Это даже не влезет, это хуйня, все сколько дерьма. А что ты сказал, там какие-то новичковые пачки, что ли? Ну, походу, да. Ну, блять, не факт. И что нам это дает? Да хуй знает. Просто так? Ну. Да. Если сольемся им, то уже можно... То можно расходиться? Ну, конечно. Да нет, да и потестим тоже, мы с этим милипаком-то что там один день поиграли, два. Да, по-моему, блин, я не знаю. Файты показали, что нам нужна еще одна полезная шапка, чтобы хорошо было. Ну, вот поэтому я говорю, что в идеале ты, конечно, вот пятого, ну, вот пятого адекватного найти, какого-нибудь лука, арбалета, что-нибудь из этого вот. Ну, и чтоб да. Он был с пиздатой шапкой. Он самит же арбалет начал качать. Он сказал, что ему 1.5 года надо, чтобы научиться кнопки нажимать на новом классе. Блин, ну что, времени что ли у нас мало? Действительно.